Раньше с 28 недель выхаживали недоношенных детей. Считалось, что дети, рожденные с другой гестации 27 недель, не жизнеспособны и не перспективны. С 2012 года мы перешли на новые критерии выхаживания, начали от 500 грамм выхаживать. 22 недели, 500 грамм, и это уже ребенок родился. Я через пару дней храбрости набрался. Кувейзи, я ее увидел, она весь в этих, на искусственное дыхание. Вот. Знаю, плакал. Я мужчина, но я плакал. Вот так 24 часа горел свет, и считалось это правильно. А мы не знали, что этот свет убивает ребенка. Я видела, что она шевелится, хотя приборы уже не показывали ничего.